Перед вторым воплощением. Перед вторым воплощением, это какое? Говорят, это прошлое. Сталин и Катя? Ну, а более ранний план есть? Да. Это корректирующий. Хорошо. Сейчас его улучшить, усовершенствовать план можно? Говорят, незачем. Почему? Они не просчитывают некоторые аспекты и некоторые нюансы для них не подвластны. Они больше за, как бы это сказать, за что-то более твердое, а за что-то более мягкое они не отвечают. Ну, Не это совсем понимаю, в чем это. за человеческое, да, я понял. Сейчас происходит что-то, что в этом плане не учтено. Коррекции идут, но они минимальные. То есть мы знали о том, что будет рой и прочее, уколы. Перед вторым воплощением, да. Ну, отлично, это радует. Как хапнули информацию. Да, я это чувствую прям. И туда. Хорошо, тогда пусть восстанавливают пленку. Точнее, нужно записать внутри нас, не на внешний носитель пленки. Ну, мы это знаем, в общем-то, ладно. Когда первый план был написан? Он был не написан, говорят, а прочувствован. Да какая нафиг разница, чего они Угу. словам цепляются? Да. Прочувствовано будущее. Да. Когда? На уровне первого тура. Там Угу. произошла коррекция. Там очень жесткая. Там разворот на 35 градусов произошел. Там пошло не так, как не по плану, в сторону. В связи с чем коррекции? Действия других. Угу. То есть был первоначальный план развития Тора в целом, верно? Да. Действия других после чего начали происходить? Они показывают, что это в первом туре у каждого был какой-то свой план. Потом Угу. произошло нечто, что полностью как с ног на голову поставило Вот этот что план. это нечто. Потом какой-то взрыв. Они показывают, как землетрясение, взрыв, Угу. торотрясение, не знаю, как это объяснить. Угу. Основы все разрушены были или Угу. просто потрескались, Угу. как здание посыпалось. Угу. Что это они знают? Они это показывают просто как взрыв. Угу. Ну, мы уже знаем, что это такое. Так, дальше как изменились планы каждого? Дальше изменились планы каждого. И у каждого произошли новые планы. До этого это не было предусмотрено, до взрыва. Во всяком случае, если и было предусмотрено, у каждого этой информации не было. Раскол Творца тогда же произошел. Взрыв. Говорят, да. Тогда все понятно. Второй план, коррекция плана моего, когда произошло. Второй план уже произошел, как каждый сам себе писал. Если первый это был общий план для всех один, как было донесено разнарядка, как действовать, то второй план уже пришлось каждому самому писать. И в соответствии с синхронизацией между всеми, между всеми участниками, как вот реально как пьеса, и каждый свою роль должен играть. В соответствии с коррекцией, подстройкой под всех произошли изменения примерно, ну да, на 35% во втором туре. Начали меняться, меняться, меняться. Все произошло во втором не так, как планировали изначально, в связи с
тем, что у каждого был свой, и уже не было взаимодействия, чтобы можно было выстроить общий и считать общий. Угу. Антифункции появились, у них тоже были свои планы? Вследствие антифункций появились планы, они в планах были антифункции. Ну, антифункции, это, например, я и красно-черные, они же появились второй тур. Да, второй тур. План роя, создание роя, у кого появился когда? Второй тур. Уже тогда готовилось что-то для разрушения второго тура или уже на третий тур планы были? Это не готовилось, это было в проекции на третий, потому что второй был изначально как предопределено, что он разрушится. Промежуточно, ясно. У меня план по противодействию Рою когда появился? Примерно на уровне второго. У тебя в планах было прописано как-то по-другому? У тебя в планах была целостность не нарушена в твоем плане? Они говорят, что у тебя какой-то треугольник и целостность, а потом она рассыпалась, и это изменило на третью часть план. Илья, я не анализирую, просто говорю. Сам думаю, о чем. Треугольник. Кто вершина треугольника? Вершина была внизу, они говорят. Кто в вершине? Нет, две равнобедренные и низ. Это не вершина. Ну кто на вершинах, на углах, скажем так? Это называется вершина угла. С одной стороны ты, с другой стороны он. Тут кого ты впоследствии называл красно-черным. А внизу кто? Это часть вас. Подложка? Угу. Угу. Ну, я хотел, да, созидание разрушения ставить как цельное. Разрушилось, потому что он сам ушел, или как? Под воздействием. Угу. А кто воздействовал? Ну, они говорят внешний фактор. Понятно, что внешний фактор. Внешний фактор, а как-то имя, функция есть, изображение? Да, они показывают кусок кристалла огромного. Отколотый, треугольный тоже. Угу. Вот так, косой. Да, тот, кто выдавался за Творца, будучи частью Творца, тоже антитворец, скажем так. Не внешний, а внутренний антитворец. Сейчас он где-то есть? Нет, информация идет. Хорошо. Когда у меня план возник по вхождению в рою, разрушение его изнутри? Перед самим расколом. То есть за какое-то мгновение до раскола уже эта информация была внутри. То есть он не укрылся от удара. То есть он был в курсе, предупрежден, неправильное слово. Хочу сказать, предупреждён, они меня исправляют. Он знал о расколе какое-то время до. Красно-черный? Нет, творец. А сам творец-то сейчас восстанавливается? Или спит, или все как есть? Показывает просто кристалл. Угу. Огромный. Угу. Внутри ведется какое-то свечение и движение какое-то непонятное. Вот кристалл, который твердый, а угу. Изнутри он переливается. Не знаю, каким словом это назвать. Угу. Какие-то процессы идут внутри и все. Угу. Хорошо.
Если сличить то, что произошло на данный момент с тем планом, который у меня был перед расколом, перед вхождением в рой, насколько расхождение или совпадает, насколько? Двенадцать процентов, только я не вижу 12% этого ну, развал или наоборот. Просто говорят 12%. Расхождение 12%. В какой части расхождения из-за чего? Внешний фактор. Из-за несинхронизации с остальными игроками. Остальные игроки сейчас существуют? Нет. Насколько был рассчитан план и на сколько сейчас по первоначальному плану осталось до его исполнения времени? Сейчас выполнено 85%. Вы думали, что уже фиксируете победу? Нет. Много. 15% очень много. Да. Что-то должно еще быть, какой-то толчок, который тебе нужно принять какое-то решение. Следующая инкарнация. Нет. Следующая, на следующую инкарнацию, на последующие инкарнации останется не больше 5-6%. Должно остаться. 10% здесь надо сделать. Хорошо. Говорят, 9. Хорошо. Сколько в этой части, сколько процентов плана я в этой инкарнации уже выполнил? От общего числа Да, от 100. снова говорят 12. Ну, уже неплохо. Половину сделано, скажем так, больше тоже. На каких уровнях еще есть рой? На нижних. Первородные есть в рое еще и подключки возможности первородных. Физически, ментально еще какие-то нижние уровни показывают. Как зачистить? Как идея, как идея. Да, именно как идея. Новые появляются, если масоны. У них какие подключки есть? Искусственные. Как заблокировать появление даже искусственных подключек, возможностей? На более низких планах никак. На более высоких планах просто не выпускать выше, чем. Ну, это я делаю. Ладно, будем думать.